«Да будет свет», — сказал монтер. И в компас врезал провода. Шутка, конечно. Итак, фонарь на носу. Здорово. Бензобак теперь в носу под лавочкой. Тоже классно. Все приборы выведены вот на этот, на эту панель, на столик. Значит, две зарядки под USB, под прикуриватель, и два включателя света. Потому что еще одна, вот она, под тумбочкой. Он регулируется. Можно так, так. Вот сюда повернуть. В общем, классная вещь. Кстати, под тумбочкой для чего? Чтобы фосфорного бродягу ночью подзаряжать. Самое главное теперь. У меня движочек мой дает 12 вольт. 12 вольт. Вот он. Выпрямитель. Ребята установили. Вот он выход. Все, видите? Аккуратно, хорошо, культурно. Так что теперь в лодке будет свет. Ух, просто огонь. Теперь не ночью. Будет классно. Ну, вот то, что я говорю, видите, это от носовой фары сюда заходит. Тоже вот сделано все в оплеточке, все аккуратненько, культурно. Здесь от эхолота, здесь будет стоять эхолот. Ну и здесь, естественно, станет аккумулятор. И к аккумулятору все будет запитано. Все будет запитано именно здесь, к аккумулятору. Все, видите, культурно, удобно. Ну и давайте вам покажу, как будет работать теперь свет. Ай, надо включить сначала. Вот. Вот так вот. Видите, светит. То есть для понимания освещение комнаты, да? И вот внутри лодки все освещается. Теперь смотрите. Оп. 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 Здорово. Вот так вот. На лодке компас 4.30. Я сделал освещение и всю электрику. Коврик. Смотрите, какой. Эва. Класс. Ох, отличный ковер. Ребята делают сами. Шьют. Ну и смотрите, вот так вот. Видите, передняя лавочка. Удобная вещь. Это допник у компаса идет. С сумкой. В сумку, видите, встроенный бак на 24 литра. Все провода, шланг бензобака у меня идут по левому борту. Ну, если я отсюда смотрю, все у меня вот здесь сделано. На левый борт. Правый борт специально оставил свободным. Потому что у меня на правом борту еще мои приспособы под воблеры, чтобы, не дай бог, где-то что-то крючками или еще что-то. В общем, обустроил именно вот таким вот образом. Удобно и практично. Естественно, весной на Волге покажу уже все в работе. Все, ребят, следующее по компасу вы увидите уже в Астрахани. На воде, как говорится. Все на воде.